Друзья, всем привет! Вот решил записать видео, так поговорить с вами о наболевшем. В общем, что я хотел рассказать? Хотел вам рассказать про мою соседку. Вот, я живу в квартире, да, и у нас, короче, как общий коридор на две квартиры. То есть заходишь в общий коридор, и моя квартира и еще одна квартира. Вот, короче, общий коридор на две квартиры. Вот. И у меня там же такая соседка, вот она любительница, это в 6:30 утра, допустим, стать там под моими дверями там и начать разговаривать по телефону. Прикиньте, это у нее такой прикол. Или, допустим, это тоже где-то в 6:30 утра она встает, выходит из квартиры в этот общий коридор и начинает там лазить что-то. У нее там, короче, бутылки какие-то там сложены, там газеты и все, ну, весь хлам. И начинает там его перебирать. Прикиньте, это в 6:30 утра, когда все люди спят. Еще такая фишка, что это, когда дверь открывает она своей квартиры, да, вот, повторюсь, в 6:30 утра, это у нее музыка уже играет в квартире, и так довольно-таки громко. То есть я вот когда сплю, и она когда открывает квартиру свою, то я сразу просыпаюсь, потому что музыка орет, и она там начинает ходить по коридору, что-то делать там, шоркать там. Короче, вообще, блин, с соседкой мне круто, не повезло вообще. И я, ладно бы это она делала в течение дня, да, там, когда там, в обед, там, вечером, но вообще в течение дня. Это как бы, ну, нормально, да. Блин, но когда это происходит в 6:30 утра, когда все люди спят, и вот под твоими дверьми кто-то стоит и разговаривает по сотовому телефону, еще разговаривает так довольно-таки громко, это, конечно, вообще жесть. Или вот у нее вот второй день подряд сейчас гости тоже с утра приходят. В 7 утра приходят, короче, гости. Вчера пришли какие-то двое мужиков, и сегодня опять какие-то двое мужиков тоже с утра пришли. И тоже такие вот именно, только заходят в этот общий коридор и начинают вот там разговаривать там громко, там что-то смеяться, рассказывать друг другу. Ну, короче, ну, такой гогот стоит там. И вот именно слышно на все это, блин. Ой, на всю площадку лестничную, короче. Вот так, и вот я не знаю, я уже вот вечером ложусь спать, я вот уже знаю, что это утром меня кто-то разбудит. Ну, не кто-то, а соседка. Это уже во мне уверенно 100%. Да и сегодня, короче, я сам проснулся в 7 утра. Вот, уже не стал даже ожидаться, когда она там начнет лазить по коридору там и меня будить. А это, ну, смотрю, это по времени, это она сама себе не изменяет. Вот я встал в 7 утра и через какое-то время смотрю опять, к ней каких-то двое мужиков там пришли, там, блин, опять в коридор этот общий заходят, гогочат, что-то рассказывают, ходят туда-сюда, короче, ну, вот такая вот фигня. И я, конечно, вообще сам тоже вот виноват в этой ситуации, что вот, когда я квартиру покупал, нахер я покупал с общим коридором, нафиг оно нужно. Лучше сразу, когда вот именно, ну, как квартира, вот без общего коридора, когда просто вот твоя дверь и все. А вот когда, допустим, общий коридор, там, на две, на три квартиры, на четыре квартиры, блин, это вообще жесть, это вообще, ну, неудобно, это вообще, блин. То у него был прикол до этого, короче, это, ну, вот, на общей двери, в общем коридоре, там, замок сначала стоял, и это, и у меня был ключ от него, но она его закрывала изнутри, этот замок, так, что ключом, короче, ключ не входил в замок и не проворачивался. Не знаю, там защелку, наверное, на замке закрывал или что он там делал. Ну, короче, смысл в том, что замок нельзя было открыть. Вот. И тоже, блин, это года два я вот с этим мучился, блин. Постоянно ей говорил, но ей бесполезно было говорить, как об стенку гороху. Вот. Но потом это до нее там дошло уже, и все, она как бы это не делает. Я этот замок вообще снял общий. И все. И у нас просто как общая дверь, она просто закрыта, ну как, ну, без замка. Вот. Ну, я говорю, с замком прошла проблема. Сейчас вот эта вот фишка, что вот в 6:30 утра она встает и начинает или по общему коридору там лазить, что-то делать, там и музыка у нее орет на всю.
Или, там, блин, или у нее прикол такой, повторюсь уже, что это, станет напротив моей двери и говорит по сотовому телефону. Прикиньте, ты спишь, это утро раннее, блин, а по твоими дверями кто-то по телефону разговаривает. Еще так громко, там, знаете, что-то рассказывает, смеется. Ну, это, короче, вообще жесть. Сейчас девушке своей звонил, ну, рассказывал ей ситуацию. Она говорит, типа, ну, говорит, да, говорит, соседка у тебя не подарок, говорит, но... А прикинь, а если бы там у тебя какой-то алкоголик бы жил, было бы, говорит, еще жестче. Я говорю, ну да, если бы, говорю, какой-то алкаш жил бы, это было бы вообще бы жесть. С этой соседкой не подарок, но могло быть еще жестче. Ну, в общем, вот такое вот видео решил, друзья, с вами вот поделиться своими этими мыслями о том, какие соседи меня вокруг окружают. Я говорю, блин, а особенно, знаете, вот как с утра же, да, наоборот, самый крепкий сон, и прикиньте, это, допустим, выходной день, суббота или воскресенье, да, ты спишь, там, сон такой сладкий, приятный, и бах, в полседьмого, блин, начинает громко играть музыка, блин, и кто-то по твоими дверями стоит и болтает там. Или как к ней еще тоже в 7 утра какие-то там именно это там в гости какие-то там соседки, там женщины другие приходят тоже. Ну. Это вообще, блин. Я говорю, ладно бы это было в течение дня, все мы люди, можно понять. Блин, ну не утром, в 6:30 утра, в 7 утра, да, там. Вообще жесть, короче. Ну, такая вот тема, друзья. Ладно, друзья, спасибо вам огромное, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии. Счастья вам, здоровья, удачи и всего самого наилучшего. Все, друзья, всем счастливо, всем пока. И до новых встреч. Все, увидимся, друзья.